Вот уже 2 года фитнес-клуб «Мотив» предоставляет своим клиентам только качественный спорт. На 3 этажах размещены залы для йоги, единоборств и других видов тренировок, а также большой выбор силового и кардиооборудования – велотренажеры, эллиптические и беговые дорожки. Кроме того, в клубе используются и новые разработки. Одна из них – TRX – тренировка с использованием веса собственного тела. Такие функциональные тренировки направлены на приобретение спортивной формы и помогают решить проблемы со здоровьем. Заниматься на петлях поможет тренер международного класса. Держишься за стропы и переносишь вес тела назад. Предлагаемые фитнес-программы доступны как для новичков, так и профессионалов. Возможен и персональный тренинг. К услугам клиентов 20 квалифицированных наставников. В фитнес-клубе «Мотив» можно не только тренировать тело, но и сделать массаж, посетить солярий и насладиться фрешами или протеиновыми коктейлями. В баре представлено разнообразное спортивное меню. А 16 декабря клиенты и гости клуба могут стать участниками полезного и веселого мероприятия. 16 декабря в эту пятницу мы ждем гостей и жителей города на новогоднюю вечеринку в гавайском стиле. Будет жарко, увлекательные конкурсы, подарки всем. Праздничное мероприятие пройдет в нашем новом пространстве, в зоне кроссфита и единоборств, которая откроется в январе. В нашем клубе «Мотив» ждем всех. Самый дружелюбный и лояльный к своим гостям коллектив фитнес-клуба «Мотив» ждет своих клиентов ежедневно с 7 утра до 10 часов вечера по адресу улица Виноградная, 230А. Телефон для справок 8 800 700 ровно 8733. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.